Ароматно, да? Моем холодильник экспресс-методом. Выгоняем клопов. Сань, ну кто тебе еще такие безумные идеи подкинет? Ты так, на крышке не очень. Он на резинке лучше, да, на эти уплотнители побольше. А то не он все желтый там на морозилке. Саня, вон, смотри, Сань, вот резинка на этой, на дверке в морозилке, ее запеньте побольше. А то она вон вся желтая, блядь. Да. А ее отмывать надо, отмоешь все. Она не будет, я отмачиваю. Она сейчас отобьет запах, но я боюсь, что не надолго. Да и хер знает, мне... Ей же пизда. Куда уж более ядреная, чем вот эта пенка. Кармань. Отстать, конечно, он 90 какого-то года был. А, и эти коробочки тоже все бы это брызнул бы на них. А, да, брызнул. Все равно она все грязная, в дерьме воняет. Саня, хозяина вернешь холодильник чистейший. Ага, блядь, как новый был отдал. Лишь бы правда новый не пришлось отдать. Отходит помаленьку, да? Да я говорю, эта пена, она должна все отбить. Машину нахуй отмывает, да, если я никому не отъезд. Бля, здесь что уже только, наверное, не перемыл, бля, все уже перепробовал, бля. Мы в армии, короче, на мойке это сиденье от машины стирали. Сиденье тоже тёртое у меня. На семёрке. Помнишь, у меня велюр есть? А, ты не помнишь? Да я не помню. Велюр в голубой салон был на семёрке. Хуя прям летом достал, тёртый. Как новый, бля. Все едут и не поймут, что я по дому делаю. А это каким домашним, ручным, что ли, керхером? Ну нет, дом керхером. Он, блядь, под этим, под краном. Я сейчас керхером ебал, у меня тюлетет, нахуй. Да. Бля, под краном, постоит просто. Че? Давление. А, ну, ладилку грязь смоет. Она грязь смоет, а сейчас ты не поймаешь ее. Да я знаю. Давление, что въебешь, она улетит, нахуй. Не воняй. Да вот я его боял с дома-то открыть, потому что шумом, блядь, охуеть. Ну вот, метод для домохозяек, как помыть холодильник.
только что вот, Сань, вот это сама, где крутежка стоит, регулятор. Вот, блядь, что, куда можно попасть. Да. А так там больше и некуда попадать в Одессу. Нет, там это, электрика подходит к этой хуйне. Ну и чё? Да ладно, что это хуйня? Его, они же моются, холодильники. Ну моются, но не такой строй, а то там при ржаве что-нибудь. Да вон воздух не вони. Ну да, вот воздухом просто продуть что-то. Ну ладно, будем считать, что помыли. Плюнула. Так, вот клопов немножко повыгоняли. Все, помыли.